Я занимаюсь художественной резьбой по кости. Это традиционный для Тюменской области промысел, так же как гжель, тульский пряник, тульский самовар. В нашем регионе это резная кость, то есть это, да, действительно такой очень презентабельный подарок. В этом году празднуется юбилей, это 145 лет с момента официального открытия первой костерезной мастерской. Но вообще гораздо древнее это искусство, именно в Тобольске. Это пленные шведы вообще родоначальниками были. Обилие мамонтовой кости, которую находили на берегах рек, оно заложило начало вот этому костерезному промыслу.